Уроки перемены, спортландии и предметные недели. Каждый день в стенах 14-й школы наполнен яркими буднями и насыщенными событиями. Каждый день учебная жизнь кипит, однако прошедшая неделя была особенной. Только объединив усилия, мы сможем изменить мир к лучшему. Именно эта мысль дала жизнь фестивалю «Вместе к достижению целей устойчивого развития». На протяжении всей недели ребята из 13 учреждений образования Московского района города принимали активное участие в мероприятиях в рамках недели устойчивого развития. Они сами являются участниками таких же акций, приходят с разными предложениями. У нас существует школа-лидер, и ребята-лидеры нашей школы предлагают принять участие в озеленении нашего города, в уборке города от мусора, в просветительной работе среди взрослого населения, та же акция «Батарейка». И много-много чего можно сказать, что делают наши дети и предлагают. Квесты, акции, интерактивные игры, конкурсы, флешмобы и многое другое. Можно только представить, сколько ребят объединили фестивали мысль о том, что только вместе можно изменить мир к лучшему. К примеру, на базе средней школы номер 14 состоялся праздник волонтерства и творчества. Школьники из разных учебных заведений делились со своими сверстниками тематически разными, но идейно одинаковыми проектами, главная миссия которых – проявить стремление быть полезными обществу и планете. Наша акция называется «Сохраним мир вместе», и она проводится для того, чтобы люди задумались, чтобы они сохранили нашу землю. Что ты именно делала? Как ты принимала участие? Мы каждым людям подходили и раздавали такие буклетики и рассказывали, как нам сберечь нашу планету. Кирюша, расскажи, вот как нам сберечь нашу планету? Нужно беречь разные ресурсы. Надо не выбрасывать мусор на дорогу. Таким образом мы можем как-то завлечь другую молодежь, которая об этом даже, ну, может сказать, не задумывается. То есть мы можем привлечь таким образом внимание к нашей природе, к здоровому образу жизни. Может, кто-то одумается. Как сохранить экологию, как поддерживать баланс среды, как много в этих и других вопросах зависит от каждого из нас. Отвечая на эти вопросы, подростки старались внести свою, пусть небольшую, лепту в неделю устойчивого развития Беларуси. Дети нашего учреждения, когда мы объявили, что в нашей школе будет проходить фестиваль, а мы являлись сами инициаторами этого фестиваля, сами захотели проявить свою инициативу и даже предлагали те мероприятия, которые будут у нас проводиться в рамках этого фестиваля. Ученик нашей школы, ученик 10 класса, предложил провести в рамках этого фестиваля игру, которую он разработал сам, «Сокровище Береси», которая с успехом прошла для 3 поколений. Дедушка, бабушка, мама, папа и ребенок. В завершении инициативы участники были награждены дипломами в разных номинациях. Оригинальность идеи, артистизм исполнения, художественный уровень исполнения и другие. Однако в этом форуме победитель каждый. Ведь то, что брестская молодежь старается сделать город лучше, говорит о том, что наше будущее будет процветающим и успешным. А это уже общий достойный триумф.